Что значит в таком случае идущий, то есть хочет приблизиться к Творцу, но не делает? Как такое может быть? Что он не делает в таком случае? Просто, допустим, человек находится в какой-то связи со своей десяткой, учится, находится во всем, что должно быть, чтобы находиться в связи с товарищами. И как он измеряет, идет он или нет? Он идет в соответствии с тем, когда он становится чувствительным к той силе, которая находится в этом окружении, и видит его, измеряет, видит ее, насколько он находится вместе с товарищами в объединении, и насколько они от раза к разу, от состояния к состоянию, чувствуют себя, что каждый получает какую-то добавку наполнения. Так что он не делает тогда в таком случае? Что он не делает? Он не добавляет намерения. А что значит действие, если он уже идет и видит, что он продвигается с товарищами, и все написано, идет и не делает. Что он еще должен делать, если он уже идет? Он в частном виде не выполняет сближение с Творцом. Я подумаю. Хорошо.